До 6 человек увеличилось число жертв урагана Элеонора во Франции. Еще 2 человека по-прежнему числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил информагентство «Франс-Пресс» со ссылкой на представителей власти департамента Сан-Луара, где полиция нашла тело еще одного пострадавшего. Им оказался мужчина, которого разыскивали с 4 января. Его нашли в 500 метрах от предполагаемого места исчезновения. Напомню, 3 января на страну обрушился шквальный ветер. Ураган Элеонор уже 4-й по счету за последние 3 недели. По предварительным подсчетам, ущерб составил не менее 200 миллионов евро. Сейчас в большинстве регионов республики сохраняется оранжевый, предпоследний уровень метеотревоги.